В ближайшее время метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. Жители Земли смогут любоваться зрелищем невооруженным глазом. Как и где можно увидеть августовский звездопад, узнавала наш корреспондент. Источником, из которого визуально направляется к нам поток Персеид, является созвездие Персея, в связи с чем и было придумано название. Метеоры Персеид известны как наиболее яркие и быстрые, которые оставляют после себя довольно длинный след на небе. Чем же интересен этот метеорный поток и в чем его особенность, рассказал директор астрономической обсерватории имени Энгельгарда Юрий Нефедев. Интересен тем, что радиант этого потока, то есть точка на небесной сфере, из которой как будто бы вылетают черные вот эти вот частицы, он находится примерно на 55 градусов севернее экватора Земли. Второе преимущество данного потока заключается в том, что Персеиды – это частицы, которые влетают в атмосферу Земли на достаточно высокой скорости, около 200 тысяч километров в час. Все они имеют разную массу и размер, поэтому следы, которые они оставляют, могут быть как обычными светящимися линиями, так и прерывистыми. Иногда их можно увидеть даже в виде шаров. Магнитическим телом метеорного потока является комета Свифта-Татла. Эта комета, она имеет период обращения вокруг Солнца 135 лет, и, соответствующим образом, когда она к Солнцу подлетает, то Солнце своим солнечным ветром градиентом температуры выбивает вот эти вот частицы. В ночь с 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. В этом году в ночь пик ожидается по 100-110 метеоров в час. Персеиды можно увидеть во всех частях неба. Согласно совету астронома, лучшее время для наблюдения незадолго до рассвета, обычно с 3 до 4 часов по московскому времени. Елизавета Никитина, Универньюз.